21 июня на открытой городской эстраде творческие коллективы городского центра досуга подготовили ретро-вечер «Завтра была война». Звучали военные песни, демонстрировались инсценировки из известных художественных произведений. Воля! Женя, Галя, стой, стой, стой! Немцев идем ловить, нервы все-таки. Так, чтобы хоть стрелять умели, что ли? Умеют. А, вот еще, немецкий знает кто? Я знаю. Что я? Что значит я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Так, как по-ихнему будет руки вверх? Хэндехох. Верно. Военные гимнастерки, тонко подобранные костюмы и декорации – все это было трогательно. Завершилось мероприятие «Минутой молчания» и всероссийской акцией «Свеча памяти». Из зажженных свечей десногорцы на земле выложили слова «Мы помним». Никто из присутствующих в этот вечер на площади не остался в стороне. Продолжилась акция 22 июня. В этот день в окнах квартир зажглись свечи памяти по погибшим в Великую Отечественную войну.